Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юлия, и сегодня буду готовить банановый кекс. Для его приготовления нам понадобится 2 банана, лучше брать спелые, так кекс получится более ароматным. 120 грамм размягченного сливочного масла, 2 куриных яйца, 200 грамм пшеничной муки, 160 грамм сахара, немного ванилина, чайная ложка соды, немножко лимонного сока и, конечно, щепотка соли. Для начала нам необходимо размять бананы вилкой. Чтобы банан не темнел, немножко сбрызну его лимонным соком. Размягчаю до состояния пюре. Теперь в емкость для смешивания отправляю размягченное сливочное масло и сахар. Добавлю сразу немного ванилина, щепотку соли и смешаю миксером до однородного состояния. Теперь добавляю сюда по одному куриному яйцу и буду в промежутках смешивать миксером. Теперь перекладываю сюда банановое пюре и опять смешиваю миксером. Теперь просеиваю 200 граммов муки. И добавляю чайную ложку соды. Теперь опять все смешиваю миксером до однородного состояния. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. На этом этапе можно добавить сюда добавки по вашему вкусу. Можно добавить мак, можно добавить кокосовую стружку, нарезанный грецкий орех. В общем, все, что вы любите, но я буду готовить просто так. Застилаю форму пергаментом и выкладываю в нее тесто. Выпекать буду в предварительно разогретой духовке до температуры 190 градусов, приблизительно 40-45 минут, и ориентироваться буду на сухую деревянную палочку. Отправляю в духовку. Вот такой кекс в итоге у меня получился. Посмотрите, как поднялся. Аромат стоит на весь дом. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. И если вам понравилось видео, конечно, не забудьте меня поддержать. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о выходе моих новых роликов. Ой, прикольненько. Все, мам, не переборщи, просто не переборщи. Сейчас же хорошо, не переборщи. Мам, еще сыпь. Слева мало. Мам, вот у тебя было красиво, ты насыпала в одно место. Я специально хотела, чтобы было оно так, типа, ну, небрежно. Мам, небрежно это не так. Небрежно, это сюда много. Я обожглась. Вот посмотри, как раз небрежно. Сюда много, сюда мало. Нет, у тебя вообще в середину дофига, по бокам ничего. Ты такая-то токсик. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.